Привет, Unstoppable People и LCP. Хочу рассказать вам про замечательную новость. У IGT-департамента появилось рабочее пространство в Podio, которое могут использовать не только IGT-вице-президенты и координаторы, но и ваши мембры, лидеры, а также LCP для того, чтобы трекать статистику и проверять, как дела в департаменте. А еще его могут использовать темы и финансисты для того, чтобы помогать IGT растить программу, да, и для того, чтобы убеждаться, что все мембры и лидеры получают качественное образование и опыт. Сейчас в этом рабочем пространстве есть три основных приложения. Первое – это All Documents, там есть все материалы для того, чтобы рейзить, для того, чтобы подбирать стажеров. Поэтому, когда у вас возникает какой-то вопрос по какому-то документу, нужно сначала идти в рабочее пространство IGT Working Space, и если там вы не можете найти нужного документа, только тогда нужно спрашивать LCP, либо писать мне, да, и спрашивать, как можно сделать так, чтобы там это появилось. Вторая кнопка, которая там есть, это Value Delivery Tracker, или он называется Customer Experience Tracker. Это одна из самых важнейших частей для того, чтобы мы предоставляли стажерам настоящий лидерский опыт, не забывали ни о чем. В это приложение необходимо вносить всех стажеров, которые уже опрувлены на осень, зиму и, может быть, лето, и всех стажеров, которые сейчас находятся в городе, для того, чтобы понимать, каким образом стажеры себя чувствуют и какой опыт они получают, и для того, чтобы не забывать каждую неделю проводить личные встречи со стажерами, с компаниями и фасилитировать опыт развития стажера. И третья кнопка, которая там есть, она создана для того, чтобы знать наши цели на ближайший пик, в данном случае на зимний, цели по опенам, опрувам, встречам, реалайздам. Любой человек может зайти и посмотреть прогресс, каждую неделю он обновляется, поэтому вы можете сами заходить туда, вице-президенты, и обновлять, если у вас есть какие-то обновления, и показывать это своему локальному комитету. Да, и если у вас есть какие-то предложения по внесению классных новых приложений в наше рабочее пространство, мы с удовольствием их имплементируем. Вот, поэтому пользуйтесь Podio рабочим пространством IGT-департамента и лайк and share this видео, как обычно это делают. Да, хотя бы расскажите о нем своему департаменту и локальному комитету. Этого уже будет достаточно. Пока-пока.